Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Венгрию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо она появляется в верхнем правом углу. Всегда смотреть лучше с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, вот эта способность все-таки буду через речку ставить районы на 50% не так уж и мощно работает, прямо скажу. Ой. Так, вот надо уже аккуратненько идти. Русские предложения. Спасаю Ярославль от варварских набегов. Пошли вырубать здесь под окном. Да, они надоели вообще просто. Ну я как раз иду там, этот лагерь, я вижу, откуда они набегают. Если ты не против, надеюсь, я как раз этот лагерь заберу. Так. Так, что там по союзам, кто как? Я через 6 ходов союза. Россия, Инг, Китай. Мне долго. Ну, я мне чуть дольше требуется времени. Ну, тоже через 6, ну, толк. Очень недалеко. Где-то 6 ходов. Нет, я с мертвяками в союзы не вступаю. Я только с живыми людьми. Значит, не выгодно. Аж Эн даст соврать. Вот это, конечно, скаут может мне тоже тут дел понаделать. Так, ну, наверное, этого убьют, мне так кажется. Озарение для математики мне нафиг нужно, потому что у меня уже открыта математика даже. Не просто озарение, а у меня открыто. Подождите, а тут построено? Да, построено. Нужно удалять эту меточку. Караген без броня. Дружба со всеми. Куриное образование. Магнус тут присел, можно вырубать. Так, 11 ходов до следующей эпохи, я уже в нормальном. Но я должен выйти, мне кажется, в золотой. Так, а вот куда этого? Так, тут я город поставлю. Ну блин, вот тут куча территории. На самом деле, надо ставить там города. Может, вот сюда, на эту речку везти? Да, наверное, так и надо. Я подумаю, конечно, куда еще. Да, видимо, надо бежать. Угу. Тут вот конец карты явно. То есть я нахожусь в центре, окруженный Китаем, Россией, инками. И тут еще кто-то должен быть, как мне кажется. Все.
Занзибар забрал этот лагерь. Ну, меня, кстати, это устраивает очень даже. Отлично. Ускорили инженерное дело. Открываем инженерное дело и будем пытаться сейчас чеченицу построить. О, найс. Так, слушайте, ну мне надо с этим скаутом тогда что-то делать скорее. Так, что я хочу исследовать? Наверное, сюда вниз пойду. Ну вот надо решать, где город ставить. Либо уже здесь... Либо здесь, либо на алмазы. Наверное, все-таки сюда надо, где вот сейчас стоит караван. И ускорим замки. Ну, кстати, замки норм, потому что я еще, наверное, не скоро... Так, где отравочка? Ну, давайте зал для приемов, наверное... Храм предков я не буду поселенцев, трон вождя, захват рождения воевать ни с кем не буду. Так что зал для приемов вполне. Так, тут кампус плюс 6. Ну, конечно, сначала центр коммерции. Просто плюс 6 кампус. Кампус плюс 6. What? What? Плюс 6 кампус. What, what? Извините. Я, короче, по-моему, те горы, которые должны были быть у Инка, они мне завезлись. Не знаю, по какой причине. Так, теперь, наверное, лян возьму. Давайте в Дебрецен. Так, здесь покупаем клеточку, вырубаем все. Блин, конь появился таки. Ну вот это плохо. Сейчас больно будет моего лучника мочить. Так, здесь в очередь ставим акведук. А, он еще не открыт. Ну, следующим ходом. Акведук, а потом уже Мачу-Пикчу. Больше торговых путей. Давайте из обуды я могу купить 125. Да, блин, ну все дуэль, подождем, блин. Подождем. Так, рынок. А с следующим ходом я смогу. Ага, если тут у нас дамба. Давайте тут водяную мельницу сделаю. Тут всего два риса. Ладно, просто построю торговца тогда. Здесь. Я пока из всех встреченных больше всех науки. И нормально по культуре пока иду. Тут, конечно, у Китая хуже. Ну, у Китая, прямо скажем, самая худшая территория просто. Я не знаю, откуда ему взять тут науку, откуда ему взять тут культуру. И даже построить эти... Ой, блин. Все, убили меня там. Ладно, я забираю этот лагерь. Трындец, конечно. Пришел помочь русскому, называется. Так, ставим тут акведук. И мне интересно, сколько будет строиться... А что, Мачу-Пикчу кто-то построил, что ли?
Только на клетках. Слушайте, а Мачу-Пикчу кто-то построил, да? Да, только что. Кто? Ашен. Хреново. Так, хорошо, какие у меня чудеса? Еще большой бассейн, это... Ну, кстати, а почему и нет? Но это, правда, не античности, к сожалению. Большой бассейн, это... древнего мира. Висячие сады. Ну, античности нету. Терракотовая. О, моё. Ну это вместо дамбы, кстати, большой бассейн, почему и нет. Давайте, кстати, я его сначала построю. Он плюс еще будет театральной площади давать. О, включает клетку в свою территорию. Да, это надо в обуду. Этому ученику тоже может быть хана сейчас. Если две коняги. Ну там, правда, был раненый он. Ой, блин. Двух лучников потерял на ровном месте. Сходил, помог русскому, блин. Ну, я, конечно, ради, прямо скажем, не помощи русскому, ради этого ходил туда. Ради... Так, давайте-ка строителя... Давайте тут уберем пока с поселенцев. Строителя оставлю. И просто еще производство. Ради лагеря туда ходил. Он клетку сам добавит. Ага, тут шоколад, ладно. Давайте рынок, потом кампус. Нет, пускай пока стоит метка. Так, и этот что-то дохнет. Все молчат, я опять не слышу. Все молчат. Молчат. Блин, ну надо купить какую-нибудь клетку, иначе меня сейчас сдохнет. Все, норм. Опять, видимо, не слышу. Раз, раз, слышишь нас? Теперь да. Пятый, я десятый. За мной гонится двадцатый. Хрен знает, что происходит, почему он скидывается. О, Кумаси. О, Кумаси. Опаньки, я хочу Кумаси союзить. С моими-то театрал. Да и вообще Кумаси посылать караваны в города-государства, знаете, культуры будет. Я удивлен, что мистер Ди. Мне предлагают тут ставить, но я лучше тут поставлю. Туда еще один город влезет. Так, что там с этими с союзами? Я уже в союзах. Я через два года. Следующих. Так, первый посол. Кумаси. И я хочу открыть что-нибудь, что мне даст послов. Теологию и военную подготовку. Блин, большой бассейн построили. Ладно, значит, надо открывать такие эти Counterforce. Мне нужны дамбы.
Кстати, интересно... Сейчас я похожу, расскажу. Короче, Будапешт реально, он состоит как бы из трех городов, которые вместе срослись. Буда, Пешт и Обуда. И вот все эти три города у меня сейчас реально стоят. То есть Буда как столица, Пешт чуть выше и Обуда, он рядом с Инком. Бля, ты что, за Зимбар захватываешь? Инк. Да. Слушай, ну, да. Блин, мне вот это очень не нравится, что ты сюда город ведешь ставить. Или ты ниже его поставишь? Да. Я не буду его ставить ниже. Там две места останутся под два города. Один на прежде, один под кведок. Ух ты, Дебрецен 4-2 прямо. Давайте в Дебрецен. Война. Вот здесь в Буду все-таки 3-3. Война, война. Так. Дамбу. И, наверное, еще одного поселенца сделаем. Так, здесь купим торговца. Или, наверное, в образование. Потом военную инженерию. Так. Ставим обратно на плюс 2 влияния. И союзим Кумаси. Ребзи, что там с союзами? Все еще нет? Так, есть союзы. Следующий ход. Ну так не кидает никто. Да я не успеваю. Я всеми даже походить не успеваю. Какой? Канунский. Любой. Мне пофигу. Вот с Инком я культурный заключу. Мило, лояльность тут. Давай с тобой экономический. Чё, кто с кем экономический? Русский, я с тобой готов экономически. Экономически. Так, экономические заключили и доступные тогда пути. Из Пешта и Дебрецена. Так, из Сегеда мы пока в Буду пускаем. Блин, кони. Ой, сейчас жопа у меня тут будет. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Так. Давайте здесь. А, промышленную зону не могу. Еще 8 ходов надо, чтобы Пешт рос. Чтобы быстрее он вырос. 4 хода хотя бы. Кстати, я нигде вообще монументы не строю, что-то я и волнуюсь по поводу лояльности. Нормальный я человек? Нет, конечно. Так, Занзибар уничтожили.
Лян присела. А давайте на 60-м ходу паузу сделаем. Да, можно. Короче, пока мы тут все домики строим. О, бесплатную копию. Этот у нас... Чили, о! Отвалился. Можно сейчас паузу делать, видимо. Пауза, и мы ждем еще игрока одного, чтобы продолжить. Я хочу рассказать свои дальнейшие действия. Как мне кажется, надо нападать на инка в эпоху гусар. Смотрите, зомби. Они имеют плюс 3 к боевой мощи. За каждый действующий союз. То есть у меня заканчивается союз с инком как раз примерно в то время, как я в них выйду. Более того, я туда могу апнуть свою черную армию. То есть надо наделать черной армии, выйти в гусар как раз к тому моменту, как закончится союз с инком. И даже если, ну, 4 союза, это уже плюс 12. Представляете? Плюс 12 у этих ребят будет. Идти... Вот отсюда вот так пройти через кесик и отсюда вот нападать. Ударить с этой стороны, потому что тут тяжело через эти горы. На Россию нету смысла, потому что он со мной примерно... Да ё-моё. Он со мной примерно в одном развитии идет, видите, 78-41, да? Ну и плюс, я думаю, что он возьмет какой-нибудь... Тафань, ты заходишь? Какой-нибудь, не знаю... Защитник веры, да. Ну и вообще, мне, по-моему, выгоднее с ним союзиться. На Китай нападать, опять же, тоже без смысла, потому что он просто отстающий. То есть я не получу каких-то бонусов с этих городов, я потом могу его забрать. А вот инк и хорошо выглядит, и я его реально могу забрать на своих уникальных юнитах. Чего он не ожидает пока. Я уверен, что у меня будет лучше него наука. Не знаю, как по культуре, но пока ведь одинаково идем. То есть в любом случае надо это пробовать, как мне кажется. И то есть у меня есть подготовиться 20 ходов. В общем-то, 20 ходов. Возможно, даже это слишком много. Ну, по идее, вот если идти в гусар, нормально я выйду. В гусар здесь. Через индустриализацию еще. Вот эти города точно заберутся, как мне кажется. А ему на меня нападать тяжело будет. Да. Буду наглеть тут в третьем радиусе клетку эту выкупать. Да, еще один заряд. Тут пойти. Куда даже? Ладно, сюда. Прием. Да, мы сейчас слышим. Так, этот пойдет у меня исследовать. Да ладно, ну блин, ну ребята. Так, просвещение ускорен. Кстати, перебил массе, Леша, и не дали очков. А ты не был его союзником до этого, нет? Нет. Ну это странно, должны давать. Не знаю, на что тогда это влияет. А, кстати, а мне дали очки Кумаси, его жители приносят вассальную клятву, отныне Венгрия будет... Видимо, когда ты первым становишься сюзереном, первым, тогда тебе дают, наверное, очки. Наверное, да. Но и за перебивку вообще-то тоже давали. Это точно, помню, еще какая картинка. Эти солдаты в обнимку. Ну да, вроде всегда валяет. Короче, я выхожу никак. Век. Так, что я хотел еще сделать?
Строится, строится. Давайте в Эстергоме решим, куда нам промышленную зону ставить. Везде плюс один. А акведук я куда могу поставить? Значит, сюда акведук надо ставить, да, промышленную зону. Вот так. Потому что будет тут дамба. Угу. Дальше. Пеште, что у нас? Рабочий доделывается. И три хода до роста. Ладно, в Зегите что? Кампус, где ему плюс 3, одно место только тут. Тут кампус. Через речку. Ну вот тут надо, конечно, промышленную зону, потому что два этих. Слушайте, а для промышленной зоны что, стратегические ресурсы не складываются в бонус за соседство? Только один считается? Складываются. Ну, блин. По-моему, складываются. Складываются? Ну, вот смотри. Инк. Видишь, ты Сегит мой полностью видишь? Сверху от Антавайли. Нет, и буду, вижу полностью. Обработанные. Ну да, обработанные стратресурсы. Хорошо, почему в Сегите вот у меня есть место? Я ставлю промышленную площадь между двумя железами. Между двух желез. А у тебя железо не обработано. Обработано что значит? Не в моей границе или не поставлен рудник? Шахта. Шахта не... Ну, хорошо. То в твоей. Если это союзника или города-государства, считается. А вы знаете, что он должен быть обработан? Потому что мне пишет плюс 2 за соседство со стратегическим ресурсом. Не, он должен быть обработан, да. Он должен точно обработан. У тебя какой-нибудь обработан на твоей половине, а какой-то не. Знаете, что вот сюда надо? Ну, на Бузе 3 там все сходится. Давайте мы... Туда, два, значит, от стрессов акведук. И три, один от района и два от акведука. Да, промышленную зону. Так. Ну, не знаю, можно тогда куда-нибудь туда. Блин, тут холм, жалко. Коммерческий район. Ладно, подумаем еще коммерческим районом. Так, во будет что... Ну, будет тут нельзя пока проверить. Но акведук у нас ставится только в три места, да? Угу, угу. Ну, я бы сюда, наверное, акведук и сюда промышленную... Ты подключил сам, там, да? Ну, за и тут. Что он только он не ходил. Нет, там Леша не походил, Яша не походил. Один плюс один. А, ну тут кампус надо. На плюс 4. Да, я думаю. В очередь пока. Все, я закончил. Еще Ашан только ходит. Пишу, что все походили. Так, что по ресурсам? Можно с кем-нибудь поторговать вообще? У меня алмазы, меха двойные. Поставь стратегический таймер. Он закончит код у всех. Поставил. Откуда у меня две черепахи? За союз Кумаси, что ли? Во, с инком можно мрамором поторговать. И кофе. Как, ну какая у меня будет? Хотя и кофе у меня тоже будет, по-моему, где-то. Вот. Кофе. Мрамор. Вот.
Слушай, ну у меня обуда, я тебе обещал мрамор не покупать, но у меня обуда сама его выкупила. Да, ничего страшного. Да, что-то кофе. Ну, слушайте, мне надо, наверное, тут какой-то город еще поставить. Мне где-то вот тут надо город поставить, и тут, без пресной воды, но мне еще два города как минимум надо ставить. Валетту захватывать я не хочу, он какой-то так себе город, откровенно. Откатить немного назад. Нанимаем опять этого чувака, и он меня побежит тут исследовать. Тут убиваем скаута и расставляем меточки в этом городе. Значит, сюда будет промышленная зона. Сюда будет акведук. Сюда будет кампус. Дальше вот эту клетку хочу забрать. Туда отправлю. Эту можно убирать метку. И тут я решал... Ну просто, я не знаю, будет ли видно вам это или нет, я не помню. Не знаю, точнее, еще уберу я или нет, что я до этого делал. А, вот у меня кофе, кстати, еще. Так, надо поторговать ресурсами с Францией. У меня какао будет дофига и так. Мрамор у меня тоже будет. Кофе у меня будет. Ну что, и нечем торговать получается, да. Соседи Кореи, вы там бойтесь, у него уже селитра капает. Так, на всякий случай. Есть соседи? Не знаю. Блин, тех вспомнить, что делал здесь. Так, мистер Ди, культурный союз, да. Турный союз приму, и надо мне к нему на самом деле караваны отправлять. Монтавалью. Дороги проложить. А. Линия. Слышно? Ощущение средневековой ярмарки ускорены. Много на них? Гильдии. Промышленная зона, центр коммерции, да. Но просвещение далековато. Да, я пойду в торговую республику дальше. Ну что, сейчас кумаси не будешь перекупать, да? Нет, а смысл? Я купил сюзерене лучший город, который никто не сюзил. И получил очку, который надо было. Сейф в твою пользу сыграл, да? Да, да, да. Наверное, тут надо акведук. Здесь промышленную зону. Ну так, на будущее. Пока-то я тут буду кампус делать. Кстати, валетту можно забрать, на самом деле, по пути, если я буду делать эту черную армию. Да, вроде все то же самое сделал, что делать. Так, вот здесь я хочу еще. Ага, здесь я помню, вот сюда. Акведук. Туда промышленную зону. Все. Для приемов. Тут мне некого еще брать, некого. Значит, Магнус в обуде, там Будда. Нормально пока. Ну, поехали. Поехали, работаем. Слушайте, а в Дебрецене? В Дебрецене еще нужен. Нужна промышленная зона, конечно. Ну, сейчас зал для приемов построил, увеличится. Тут, кстати, нужно рабочих в очередь поставить, я думаю. А все-таки Лян здесь. Беларуси? Не. Из Китая? Да. Круто. Кстати, тоже религию основал. Храмы и святилища, столько военные.
Защитник, вот защитник Веры кто забрал. Так, значит, тут вырубаем рис. И ставлю тут промышленную зону пока. Четыре хода. Четыре хода, обратите внимание, четыре хода именно потому, что через речку. Тут важно. В данном случае это важно. Так. Выкупаем. Нельзя тут никак ускорить. 2-3. 2-3, да. Еще два хода. Мне просто нужен акведук. Ну давайте тогда. Давайте, наверное, амбар здесь. Чтобы быстрее росло. И вырубить. О, блин. Тогда библиотека. Или монумент. Там русский будет. Библиотеку. Давайте библиотеку уже. Библиотеку пока. А, стоп, акведук же не требует. Тогда так делаем. Так, отлично. Идем исследовать. Исследуем наше настроение. Источник селитры у меня сразу есть. И где еще селитра? Калинка пошла. Да. Далеко. Да вы издеваетесь. Это у Инка, это моя. Это у Китая. Ага. Значит, надо тут где-то все-таки город ставить. Блин, лошадь. Ну, я даже не знаю. Так. Берем Рейну. И Рейну 4. Ну, Рейну, наверное, Вестергом все-таки. Так, зал для приемов готово. Так, тут рабочих. Меняем, что мы открыли. Новый строитель на два действия больше получает. Да, поставим пока это. Алмазики. Потом лошадок. Так, тут вырубаем под акведук. Так, открываем черную армию. Наверное, сейчас будем ее делать. В Буде. Мне надо тут открыть все города Инка, чтобы понимать, как атаковать. Приблизительно. Феодализм, стремя ускорили. О, у меня был паводок, я как раз там... Это я вовремя достроил дамбу, кстати. И повышена урожайность у трех клеток. У каких, интересно? Вот эти, что ли? Отлично. Ну, у меня, кстати... еще один, вот тут надо дамбу еще строить. Еще одно место, где у меня могут быть паводки, и все. А, вообще тут тоже еще, блин. Кстати, а вот здесь у нас, например, дамба тут или тут, соответственно, в Дебрицине акведук тут ставится, да?
Так, ведук тут, значит, дамбу. Синхрон у кого? Или кто вылетит? Ну, нет подходящего места, но это только значит, что да, оно не в... Да, игра сломана, не в границах. Начинает это... Блин, Челлини, ну... Челлини, плечи Лёш уже. Не, я просто думаю мысли, как... Мистер Ди, это ты защищаешь мои границы своим отважным скаутом от коня? Не, я шел туда вчера разведать, но что-то стол, я думал. Скорее. Блин, откуда они тут берутся постоянно? Ну, вообще, можно вот этот, эти два риса оставить в Дебрицене и попробовать вот сюда, наоборот. Хотя тут... Нет, все-таки я бы один. Я бы эти оставлял леса. Не так много производства в Дебрицене. Хотя я вообще пойду даже там лесопилки, в общем-то, поставлю. Тут можно. Пока две фермы поставить. Потом в Пеште можно будет какой-то район, но мне тут сначала производственный нужен. Там все тузский, немножко мощный. Да что тут? Чересчур куда-то летаете. Предлагаю напасть. Вот мы там вот, ну, с канадцем сидим. Нормально чилите? Да, нормально. Это еще так скажу. О, конгрессик. Так, какую религию осуждать будем? Кого у нас там больше всего? Ну, Россия 11 врач. Городов, картошка 5 городов, синтоизм. Ну, православие. Осуждаю православие. Коронавирус везде, они не... Начисляются кого? Не начисляют кто? Это вы предлагаете мне пофигу. Наверное, ученых давайте, как обычно. Ученых у меня всех очков, причем у меня науки меньше всех, как бы, поэтому я не знаю, кому это пойдет, как говорится. Если у тебя науки меньше всех, так, по-моему, кому может, меньше всех инженеров науки... забаним? Да, только да, давай инженеров забаним. Да. Давайте инженеров. Все время что-то ученых баним. А осуждаем мою? Я, да. В принципе-то, не на... Не в это. Никуда не распространяюсь религию. Пока. Да не собираюсь. Так, достраиваю посел, и надо да, будет черной сама. Армии. Надеюсь, этот конь не... Почему у меня религия? Там, а тут кого-то промзоны выдали, я еще не понял, блин, тут... Наводнение ведь не успел здесь доделать дамбу. Вот как раз мне еще тут нужна дамба, и все будет в шоколаде. В принципе. Ну, тут было, конечно, важнее. Я могу сделать скриншот его территории и кинуть, если так хочется. У него 5 городов, по-моему, только, да? Да. 5 городов. Производства нету. Холмов. Я вот то, что вижу, только 2 холма, например. Ох, 0. А нет, 3. Блин, Камура. Не скрипи в эфир, Камура. Нормально, русский человек к войне готовит. Копейщик. Нет, это копейщик против этих. Тут лошади бегали. Что-то построить. Так, гильдию я открыл. Это значит, что мы ставим соседство промышленной зоны. И соседство центр... Так, подождите, я могу
Я тут какой-нибудь рабочего. 4 хода. 1 ход. Ну ладно, давайте пока центр коммерции немножко подождем. Это будет слишком круто с наукой. Подождем буквально вот. Идем. Как рабочие достроятся. Так, это уже компьютер со мной общается. Да, его тут, конечно, жалко, паводки. Чего разрушили? Рынок. Надо рынок ремонтировать, иначе не будет. Так, добавляем эту клетку. Ай, ёп! Чукачик, кто-то в пару вошел, блин. И сейчас нам будет уже очередь, короче, стрелась, кому присняться. Так. Давайте, конечно, Рейну. Бонус соседства центра. Ну, что еще больше науки давало. Дальше. Ну, через 2 хода я поставлю карточку. Ну, тут в Буде надо черную армию делать, конечно же. Лошади у меня сколько? А, 2. Слушайте, я много ее не наделаю. Мне надо вот этих лошадей обрабатывать быстрее. А нас же ходят люди, да? Да, я хожу, я там занимался банами. Тут надо лошадей быстрее тоже обрабатывать. Так, давайте тут фермы тогда треугольничком. Все, я закончил ход. Кто-нибудь еще ходит? Да, заканчиваю. Да, Караген написано, еще ходит. Ну, я как обычно. А в Китае-то у нас живут, да? Бот, да. Да, там музыка у меня играет. Это русская. Калинка-то? Ну, хорошо. Нет, это вроде не Калинка. Кто он бежит? И откуда? Куда и откуда? Так. Ну, сначала в Сегит поведем. Ну, тут надо мне где-то город ставить. Тут, ладно, я уже, наверное, пропущу. Если буду инка захватывать, то можно там пока, блин, вон туда, куда лошадь побежала. Да хорош! Ой! Что так... случилось? А, ну ладно, сейчас на следующую. Да, цивик не поставил, карту точнее. Ну, если прям лично, можно купить тогда. Нормально. Два универа. Нет. Кто там с лишним золотом? Две бомбарды. Ну, тактику пойдем так. Или, блин, в индустриализацию сначала лучше сбегать. Две гавани я точно не сделаю, при помощи копейщика не убью. Лесопилка будет. И 3 мастерских будет. Блин, или все-таки идти... Ну, блин, у меня долго будет этот союз еще с инком. Хотя 15 ходов. А открыть... На этом пока все. Спонсоры канала. Продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!